Сегодня Анастасия Головизина купается впервые за много месяцев. Для девушки с ДЦП каждый выезд на природу – как маленький праздник. Отдохнуть на свежем воздухе челябинка смогла благодаря обществу инвалидов ЧМЗ. Участникам устроили купальный день на озере Смолино. А нравится. Вот часто купаетесь? Ну, не часто, а как приходится, так как и купаемся. Провести целый день у водоема смогли несколько десятков людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими нарушениями. Для многих южноуральцев, у которых серьезные проблемы со здоровьем, такие встречи – единственная возможность пообщаться с единомышленниками и провести отдых вне четырех стен. Выезжать на природу организаторы стараются несколько раз в год. В этом сезоне планы нарушил коронавирус. Вот этот карантин, он же меня с ума скоро сведет. И мы так соскучились, мы так довольны. Что мне года, что мне года, я в огонь и воду, да хоть куда. В мероприятии приняли участие и ветераны металлургического района. Несмотря на инвалидность, челябинцы предпочитают активный отдых, рыбалку, купание и спортивные игры. Такие виды деятельности значительно помогают в реабилитации. Водичка хорошая. Не холодно? Нет. Мы закаленные спортсмены. Мы ежегодно проводим реабилитацию для людей маломобильных групп населения и также малоимущих. Потому что многие люди просто не могут себе позволить выехать на природу, на озеро покупаться. Подкрепиться на импровизированном пикнике участники смогли сосисками и свежими карасями. Их южноуральцы собственноручно поймали в водоеме. На август у активистов уже запланирован следующий поход и купание на косоргах. Наталья Петрухина, Павел Востротин, 31 канал.